Я коротко хочу сказать по поводу сначала первый вопрос по поводу киргизо-таджикской границы, те конфликты, которые у нас происходят. Это не война между соседями, не война между народами. Это режим Рахмона, его родной зять занимается контрабандой с другими мафиозными лицами из Кыргызстана. И они уже 30 лет играются на этом конфликте. Каждый раз, когда у нас, Алексей, что-то происходит в Таджикистане, да, вот, например, на Памире, вот это реальная проблема, когда режим притесняет наш народ. И когда мы активизируемся, да, вот активная часть населения активизируется и говорит о проблемах, Рахмонов тут же включает свою медиапропаганду. Это артисты, спортсмены, которые продали свою душу этому режиму. Они начинают отводить от реальных проблем в сторону Кыргызстана. Они вот так из киргизов нам делают врагов. Но мы же не дураки, чтобы идти на поводу старого диктатора, который делает из киргизов нам врагов. Киргизы нам не враги, и никаких таких больших проблем у нас границы нету. Любые там проблемы, там, вы понимаете, там за столько лет там киргизы и таджики уже породнились. На границе это уже все родные люди живут, женятся, замуж выходят. Это все нормально, это мусульмане все. Они вот это такой инструмент отвлечения от реальных проблем. Чуть что Рахмонов чувствует, что опасность его режиму, он сразу, вот враги, вот киргизы, и всю массу он отводит туда. Поэтому я не хочу, чтобы наши братья подавались вот этой пропаганде Рахмонова.